Заседание Одесского апелляционного суда по делу о трагических событиях 2 мая 2014 года сегодня было фактически сорвано. Это случилось после того, как судья отменил решение нижестоящей инстанции и смягчил приговор при меру пресечения одному из фигурантов, гражданину России Евгению Мефедову. Его обвиняют в том, что это будто он организовал беспорядки, но вот теперь отпустили под домашний арест, что вызвало недовольство украинских радикалов. Они ворвались в зал суда, забаррикадировались и отказываются выходить, требуя отвода судей. Реплики звучат в том числе вот такие. Вспоминают о европейских судах эти адвокаты. Эти пасть бы это засунуть. Какая тут Европа? Вопрос, не европейская ли Украина хотел Майдан, задавать в данном случае бессмысленно. Куда серьезнее, что радикалы выкрикивают угрозы, если так можно выразиться, не советует Мефедову выходить на свободу. Россияне, напомню, содержат в тюрьме уже 2 года. Хотя тогда, 2 мая, он был в числе тех, кто оказался в горящем доме профсоюзов, то есть в числе пострадавших. Однако в суде все это не приняли во внимание. Российское гражданство женатого на Украине Мефедова оказалось главным аргументом обвинения.